Чемпион, оказавшись припертым к стенке, вышел на матч с раменчанами предельно отмобилизованным. Однако игра не сразу пошла по сценарию спартаковцев. «Сатурн» не та команда, которая сдается на милость победителя. Ведь именно он первым в чемпионате нанес поражение красно-белым. Но хозяева, сцепив зубы, упрямо шли вперед, перетягивая фортуну на свою сторону. Настоящим бойцом показал себя Парфенов, ведя за собой партнеров. Интересно, что против своих бывших одноклубников впервые сыграли за «Сатурн» Максим Бузникин и Эдуард Мор. «Спартак» выходил из пике уже без них.